Я поздравляю всех своих друзей и близких с Днем Победы, в особенности ветеранов. Благодаря им мы живы, мы находимся на этом празднике. Огромное спасибо всем. С праздником. Привет, я Алиса, у меня есть прадедушка Клюев Иван Сергеевич. Он участвовал в войне. И он умер, мне его очень жалко. Всех с праздником, поздравляю. С праздником, наши дорогие ветераны. Самое главное вам здоровье, счастье и мирного неба над головой. Поздравляю с Днем Победы всех ветеранов и жителей нашего города Саратова. И хочу в особенности поздравить мою семью, семью Модиных. Мой дедушка Модин Вадим Павлович был участником Великой Отечественной войны. Я хочу сказать, что, дед, мы тебя любим, и ты всегда будешь жить в нашем сердце. Поздравляю всех ветеранов области с великой нашей священной победой. Большое вам спасибо.